Всем приветики. Остался у нас фарш от пельмешек. Я туда добавила только сыр моцареллу. Будем сейчас делать чебуреки. Вот тоже из таких же вот блинчиков. Вот такие вот они. Сейчас покажу, как будем делать. Принцип тот же, как и при пельменях. Сейчас буду все вам показывать. Так, вот в общем у нас такой вот блинчик. Сейчас сюда фарш положим. Фарш уже сказал, да, он у меня с моцареллой. Закупориваем. И вилочкой так вот раз. Чтобы он, когда будем обжаривать, не развалился у нас. Вот такой вот у нас получается чебурек. Сейчас мы так вот все тесто переработаем и будем жарить всю эту вкуснотищу нашу. Вот наши чебуреки готовы. Такие вот. Очень вкусные. Сыр добавлял, но по вкусу сыр не ощущается. Моцарелла у меня была. И так ее не видно. Ну, вернее, его сыра. Вот. Так что вот такие вот чебуреки. Вкусные, аппетитные. Когда пожарились, на салфетку их выкладывала, чтобы масло поменьше было. Так что всем приятного аппетита. Заходите к нам на канал, подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!